Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Виктор Шепелев теннисную ракетку взял впервые в 11 лет в далеком 1969 году. Тренировался в Кировском дворце пионеров у Станислава Пестова. Играл в сборной команде Куйбышева в первенстве и чемпионате РСФСР. Когда родился сын, ушел из большого спорта, вернулся уже ветераном. Понял, за несколько десятилетий настольный теннис изменился кардинально. Однако с удовольствием играет на всевозможных турнирах. Решил побороться за медали и на первом мемориале Виктора Попова. Стараемся тоже менять технику, стараемся, смотрим на молодых, стараемся играть с молодыми, их обыгрывать, боремся на равных. Родоначальником ветеранского настольного тенниса в Самаре считается Владимир Прудников. Он один из первых вернулся в большой спорт. В начале 90-х выступал на всероссийских и международных турнирах. Потом его примеру последовали и другие спортсмены, кому за 40. Среди ветеранской сотни оказался и чемпион Самары Сергей Игнаткин. Наши ветераны принимают участие, значит, в чемпионатах Европы. И последний раз, значит, наш Владимир Тудвасев занял 3-е место в паре на чемпионате мира. Также хочу сказать про Тудвасева и Эдуарда Козловского, которые год назад заняли 3-е место в паре на чемпионате Европы. Приходит ветеранский настольный теннис и с нуля. Начинающие не просто играют в шарик, а составляют достойную конкуренцию профессионалам. На первом всероссийском турнире памяти Виктора Попова некоторые самарские любители дошли до финала. Очень конкурентная борьба. Борьба до последнего. Идет 3-2. Равное количество побед. Вот сейчас еще может такое получиться, что мы будем считать равное количество очков. У некоторых участников придется нам считать математическими действиями, выводить второе, третье место. За медали мемориала Попова сражались более 80 спортсменов. География участников впечатляет. От западного анклава Калининграда до восточных границ Петропавловск-Камчатского. В конкурентной борьбе самарские теннисисты вышли победителями. Так Виктор Шепелев занял второе место. Третья ракетка проиграла первому номеру российского рейтинга. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.